Здравствуйте. Здравствуйте. А это аптека по льготным рецептам? Да, все верно. Вот. Давайте рецептики. Да. Ездить за жизненно важными лекарствами в другие районы и выстаивать очередь больше не придется. Льготные препараты теперь в шаговой доступности. Аптека, где их выдают, открылась возле 5-й поликлиники на Корабельной стороне. Для жителей это удобно и доступно. Получив на руки рецепт, можно сразу же идти за всем, что врач прописал. Ездили на пор, на восставших очереди, а сейчас вообще красота в нашем районе открылась. Аптека совершенно замечательная, очень близко. И в субботу работает, можно после работы получить лекарства. То есть нам вообще очень, жителям этого района, очень-очень удобно, мы очень рады. Провизоры отмечают, дефицита нет, как и проблем с поставкой. На витрине большой выбор лекарств от разных, даже самых сложных заболеваний. От сахарного диабета, там инсулинные препараты, различные онкологические заболевания и онкопрепараты имеются. Приобрести можно не только льготные препараты. Что именно закупать, решают, ориентируясь на потребности посетителей. Появляются новые пациенты, приезжают к нам в город. Миграция пациентов проходит, и мы, конечно, подстраиваемся под каждого пациента. Мы не забываем о наших пациентах ни в коем случае. У нас поставки идут как по федеральной льготе, 14 высокозатратных на залоги, также идет региональная льгота. Прежде чем открыть аптеку, в помещении на Макарова 31 провели ремонт, установили современное оборудование. Работать еще есть над чем. К примеру, пока на входе нет пандуса для граждан с особыми потребностями. Вместо него специальная кнопка вызова. Провизор или фармацевт вынесут лекарственный препарат, возьмут рецепт, снова объяснят. Дальше мы у нас в перспективе, мы обязательно сделаем пандус. Но открывались как можно быстрее, потому что было очень много просьб. Сейчас в Севастополе 6 аптек, где выдают льготные препараты. Еще 2 вскоре планируют открыть на Ливаневского, 25, и на улице Ленина. Анастасия Синица, Сергей Котляренко, новости Севастополя.